Сегодня в честь праздника по всей стране будет организован Общероссийский день приема граждан. Он проводится, начиная с 2013 года, в День Конституции России. Жители страны могут обратиться со своими вопросами в приемную президента страны Владимира Путина в Москве. Приемные президента в федеральных округах, административных центрах субъектов федерации, а также в органах местного самоуправления. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.